в эту полемику и даже не критикую, все это не детализирую. Знаете почему? Потому что их идеологи камни на камни не оставляют от них после их очередного выхода в прямой эфир. Камни на камни. Они сами их разбивают пух и прах и задают один вопрос. Люди добрые, вас 9 человек. Скажите, откуда это возьмете? Мертвая тишина. Я думал, в дебатах что-то скажут, откуда возьмут. Нет. Оплевали телевидение, оплевали этих ведущих. Спасибо, что они выдержали, выстояли и не поддались на провокации. И что в результате? Вот действительно надо было устроить раньше эти выборы и показать всем, чего стоят лидеры этих партий. Еще не придя к власти, они уже берутся изменить конституционный строй, разрушить кропотливо сформированную систему управления страной. Наш народ этого не приемлет. Партии должны объединять общество, а не работать на раскол. Белорусская нация традиционно...